Всем привет, ребята! Музыка опасная, а это значит, что скоро уже конец, скоро уже финал эпичной саги, где мы играли, проходили, старались и трудились за мага огня, выполнив практически все возможные квесты. Возможно, что-то было минимально упущено, это несущественно, то есть это там, буквально чуть-чуть опыта и ничего такого больше. Персонаж наш готов вступить в сражение с орками, они потеряли своих могущественных покровителей, поэтому мы сейчас будем вступать в финальную битву. Два исхода этой битвы есть, первый из них это просто-напросто взять и самому уничтожить орков, после чего пообщаться с Хагисом, или же посмотреть на слайд-шоу, где будет драться толпа на толпу, и... Ну, собственно, так и сейчас сделаем. Скорее всего, может быть, и сделаем слайд-шоу. Так, как видите, никого нет. Ах, прекрасная ферма. Ну, погоди, это сейчас прогрузится. Просто игру только что запустил. Секунду, Том. Сейчас это все братья появятся. Причем в огромнейшем количестве. Иногда такое бывает. Не знаю, ты приходишь и прогружается, и никого нет почему-то. Сейчас глюканет, и все будут. А, так они уже, блин... О! Они уже все на битву собрались. Я понял, я понимаю. Так, мне нужен пирокар на секундочку. Так, пирокар. Посмотрите, сколько там уже орки он подтягивает. Сталамон. А где этот сын? Пирокар, а вот он. Пирокар, научи меня создавать руны. Я хочу создать огненный дождь. 50 очков обучения. Изготовление магических рун. Так, есть ли у меня все на изготовление данной руны? Огненный дождь. Дождь есть, в принципе, все есть. Даже свиток с заклинанием теоретически то должен быть. Так, я так и не получил одной ачивки, но мы ее еще в конце концов получим. Это называется ачивка богач. Так, это я куда-то пролетел, пролистал, да. В принципе, все у нас есть. Я думаю, я пришел на ферму, а там никого нет. Обычно бывает такое на секунду, но они со временем все появляются, эти сыны пирокара, но... Они уже все на махаще решили пойти. А, так, тут уже больше варить нечего. Нам нужно стол для создания рун. Вот он. Давай. Создать высшую руну для начала. У меня. Разобрать все. У меня. Да ты гонишь, наверное. Серьезно? У меня нет... Блин, ну это очень неприятный момент, что у меня нет рунного камня. Надеюсь, в моем лагере тут... Галахад, да, должен был прийти, да, вот он. Он должен продавать, теоретически. Да, он продает, хорошо. Покажи мне свои свитки и давай мне... И у него ничего нет. Ну, знаете, хотел под конец понтануться, но, видимо, не получится. Из-за того, что он... просто я не могу купить самого элементарного, это... Так, еще разок сюда. Ой, привет, орки. Так, орки меня не трогают, у меня есть эта штука. Так, может быть, у него валяются кое-какие вещи. Так, а где он? А, он спит. Эссенции, как видите, противоядие, монеты. Это просто абсолютно весь товар, который был у торговцев. Можно смело пойти собирать теперь. Так, ну это не суть важно, мы сюда еще придем. Я наверняка тогда выберу слайд-шоу, пусть пацаны дерутся, а мы себе на все это посмотрим. И мне интересно, как это все будет выглядеть. О, блин, тут реально армия огромнейшая набралась. Так, каракс нужен. Такая голова лысая должна быть. И он еще не торгует. Продай мне. Робу огня куплю себе, буду модным. Так, я посплю себе часик лишний. Он не торгует пока что, 2 часика поспать надо. Он в 9 начинает торговать, если не ошибаюсь, так. Гаракс. Изгород, может быть, еще имеет с собой. Рунные камни. Нет рунных камней. Если у него также нет, то это минус руна автоматически. И у него также, в принципе, ничего нет. Вот такие вот пироги. Так понимаю, эти ребята также... Хорошо, что ты здесь. О, кажется, начинается. Орки уже готовы нас атаковать. Сколько там этих тварей? Судя по всему, целая армия. Хватит на всех. Ты Гимли маленький такой, хватит на всех. Поскольку ты маг, то тебе будет лучше держаться подальше. Так что вставай слева от меня.
полагаюсь... Погоди, все начнется, ты начнется начинать. Мог бы только начинать, так. Ты и так. И у Кроноса один рунный камень. Это GG, ребята, это, по-моему, минус руна. Так, и он... А он здесь не торгует, это не тот торговый ватрас, который... Был. Правый фланг, как видите, чуть слабее смотрится, чем левый. Тут на левом паладины стоят, как минимум. Охотники драконов почему-то не пришли. Обычно они приходили. Видимо, я просто с ними не пообщался. Не налил им соточку, и они не пришли. Ну, ладно, тогда можно, ребята, сделать два варианта. Напасть самому на этих орочих созданий негодных. Просто ворваться с левого фланга в них. Я покажу, как это все выглядит. Выглядеть должно примерно. Так, руна гнев создателей домой. И давай мне сюда огненный гнев Иноса. Давайте сначала сами зачистим. Хотя, что тут чистить? Я думаю, просто они упадут все с одного взрыва. Поэтому это будет неинтересно. Ладно, давайте тогда делаем битву. Сейчас орк загудит. Так, я сделаю себе скрин на память. Все-таки скрин не делается. О, бляха, ну вообще какую-то левую вещь включил. Ладно, не хочешь скрин делать, не хцы. Скрин пацан не хотел сделать. Ладно, давай атакуй. Они должны сейчас загудеть, эти орки, и напасть теоретически, но... Что-то они не нападают, тут должна как бы... Заработать картинку. Посмотрим, сколько их вообще здесь есть. Ну, там много их есть. Реально, вон крестьяне еще в толпе валяются. Итак, секунду. Орки дальше стоят. Ну что, мы атакуем или как? Мы атакуем или не атакуем? Орки. Может быть, их спровоцировать надо как-нибудь. Есть какая-то точка определенная, куда нужно стать для того, чтобы они напали. Лорд Хаген. Хорошо. О, у лорда Хагена уже голос какой-то другой. Ты я могу, но меня... Да. Ну, не, на... не атакуют. Они реально должны где-то тут скрипт запустить. И они должны атаковать. Только я не понимаю, почему они не запускают этого скрипта. Война с орками. Обычно у меня на прошлом стриме, когда я проходил это дело, тоже... происходила война с орками. Теперь все решит только наша храбрость, мужество и удача. Так, что-то тут не то. Мужество, удача. Это тут видишь мужество и удачу, если тут никого атаковать не хочет. Может быть, этот манекен, это центр битвы. Так. Запалить мне что ли взять? Я уже даже, честно говоря, не знаю. Давай немножечко для профилактики кинем два снаряда. Просто весь фланг упал сходу. Ну вот, маг огня пришел. Вот так вот орки уничтожаются. Минус левый фланг автоматически покоцанный сразу. Так, и что они не атакуют? О! Начинается, ребята. Сколько там орков пало, посмотрите, справа. Уже правый, левый фланг или правый, давайте скажем, уже практически разбитый. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что те паладины справа на изи размотают вот эту толпу. А вот слева, где пираты стоят, скорее всего, там заливочка будет. О! Ого, вот это махач пошел. Это пошла махина. И в атаку, блин. Давай стрелять на поражение. О, черт. Немножечко, блин, слайд-шоу начинается. О, 6 FPS, 5-6 FPS. Ребята, это, если честно, это вообще норма. Ли стоит, не дерется. Ли забил бол. Смотрите на это дело. Это реально дичь. В записи 60 FPS, но то, что вы сейчас видите, это 5 FPS называется.
Я еще стал посередине, где все орки прям разместились. То есть, где видно, по сути, прогружается и тыл, и вперед, и... Нет, стоп, охотники драконов есть. А, нет, это гор, его вырубили. Ли идет в бой или не идет? Не, только, блин... Короче, посмотрите еще, что сейчас будет в конце. А, не, пошел в бой. Вот сам конец. Ангар, Хакис и Ли. Смотрите, трое просто решили раскатать. По-моему, левый фланг уже зачищен. Да, левый фланг, как всегда, побеждает. Пирога раздин отстреливает. А правый, как всегда, залился. Победа! 5000 опыта. Ура! Тут болельщики, футбол, все дела. Вот такие вот дела. Ли! Отлично! Мы победили в этой битве. У нас все получилось. И он присел. Что с тобой? Черт! Кажется, эти твари все-таки достали меня. Тебе нужно срочно на ферму, иначе ты сейчас истечешь кровь. О, нет, да не прикалывайся. Со мной все в порядке. Ли? И он типа спать пришел. А забей. Хаген. Черт! Что такое? Что с Ли? Что с нубом? Этим Хаген модный просто. Кажется, орки сильно ранили его в. Проклятые твари! Только этого нам еще не хватало. После такой победы потерять нашего командира. Ладно, я сам лично позабочусь. Тебя же хочу И где благодарность? Что нам делать дальше? Им дается квест, убей сколько можешь. Ты... Так. Просто уничтожь. И можно с собой, конечно, на эту задачу убей сколько можешь брать... Можно с собой брать вот эти. Блин, ну тут реально их выжило. Они бы всю Миртану захватили, придурки. Так. Даже гуру выжил. Это нереально. Это что-то нереально. Даже послушники выжили. Да я впервые такое вижу, если честно, что вот эти бараны пережили эту битву. Ну пираты, кстати, все спать ушли. Прям все поголовно. Просто все откинулись. Изи-пизи, однако. Так, включаю огонек. Там ищущие еще с полевыми жуками ходят. Огонек тут лутает, но что он тут налутает, это огонек. Так, и сейчас появляется квест «Убей сколько сможешь», то есть уничтожить полностью надо... Они тут появляются, исчезают. Просто в городе всех орков уничтожить, соответственно, водить можно фермы попутно пройтись. Там можно вывести еще ребят, там чуть-чуть опыта дадут, типа Торуса и так дальше. Миксир тут ходит, лут собирает наверняка. Не, не лут собираю. Сколько тут их? Как их много? Так, это просто нереально. Ладно, наваливаем. Тут смотрите, сколько еще живности. Ну, это мелочуха, в принципе. Это реально мелочуха. Так, этих мы закидаем. Сейчас, ребята, давайте ускорим своего главного героя. И пойдем уничтожим. Пойдем уничтожим полностью всех орков здесь. Всех орков в городе. Я думаю, это будет весело. С гневом Иноса. Давай, погнали.
Город освобожден. 10 тысяч, 5 тысяч опыта получаем. Ну, он не освобожден, так как бы еще орки кое-какие остались. Если так разобраться, можно в город зайти, еще там их дочистить. Этого типа где-то 150 тысяч этого 150 тысяч хп. Может чуть меньше, 100-110. Кстати, стычки он мне завалил 2500 с удара, с одного удара, реально зло. Просто конкретное зло. Ну вот, вот и вроде как бы все. Тут, я так понимаю, не, еще, как видите, да, осталось несколько урков. Но это уже мелочи на самом деле. На самом деле, честно скажу, такая вещь, что вот видите, там сейчас подлагивает как бы игра. Она не так сильно лагает от этого. От игры, как вот от тех цифр, которые появляются на экране, если честно. Цифры исчезают, игра сразу нормально, в принципе, становится. То есть, не знаю, у меня, короче говоря, от самих вот циферок игра зависает. Если не учитывать тех циферок, их выключить, в принципе, в настройках можно, то игра становится, ну, становится работать куда лучше, куда веселее и интереснее. Вот, а так из-за этих циферок, которые там огонек все собирает и так дальше, игра начинает немножечко подвисать. Ну, это, по сути, все урки, которые у нас тут остались на районе, по большому счету, там еще мелочи всякие, мелочевка осталась, материально мелочевка. Просто им закидываем фаерболов чуть-чуть для профилактики, так. Горят они как младенцы, конечно же. Просто не чувствуется даже. Ни пердых их не почувствовал, сдул. Гнев Иноса. О, на стрелку меня вызвал, решил. Так. Ни пердых их сдувает. Нет равных ему. Да, падают просто все в больших количествах. Так, вот и все. По-моему, всех сдули. А не, еще один бегает. Тоже мелочевочка. Так. А пока. Тут у нас еще кто-то есть. Вот и все дела. Привет, и пока. Помахал еще чуть-чуть на прощание. Так, ну вот и все. Вроде как бы всех перебили. Не думаю, что тут еще кто-то остался. Рецепт эликсира чистой маны. Все торговцы, сейчас их в 7 главе можно лутать, но это уже абсолютно бессмысленная затея. Что это нам даст, как если так разобраться по большому счету. Так, окей, с этими разобрались. У нас урона... Мастер Готики пишет. 35 миллионов урона, скоро 36 будет уже. Это еще можно было бы фармить, если бы сильно захотелось. Думаю, еще бы так с 1,5 миллиона бы спокойно зафармили. Так, город свободен. Где этот пирокар? Мне пирокар нужен. Так, серпента, пирокар, он тут внизу, по-моему, стоит. Да, вот он. Смотрит вдаль. Я... Хвала... Так, ты жив, здоров, так. Хранителей больше нет, 5000 опыта. Что ты на меня так смотришь? И что теперь? Рунная магия, она не работает. Черт. Не понимаю, что происходит, он не может ТП-ка включить своего. Нет. Ну, Ксардос уже, как бы, как видите, поработал. И что? Ну, смотрите, как заряжает свою пуху. Йоу, потанцевал чуть-чуть и еще взлетел под конец. И что у нас? Нет. То же самое, не работает. Он говорит пообщаться тут с пацанами другими. По поводу магии. Только... Твои руны, они работают? Говорим с магами вот этими... Говорим теперь с вот этими магами, работают ли их руны. Так. Я принадлежу кольцу воды. Нет, ты не принадлежишь. А какие доказательства, сын мой? Так. Я... Идол Оран. Она не работает. Еще теперь это не все. Пообщавшись с этими, и также нужно пообщаться теперь с паладином, и мы поймем, что тут что-то не так. Понимаю, тут сложно... Так, выключаю огонек, чтобы он сейчас опять что-то не стырил, и меня тут трав не вальнули. Ах ты, подлый вор! Бряха! Дебилы, я в шоке, ты понимаешь? Ты их спасаешь! Взял один шнапс, они тебя готовы просто убить за шнапс.
Хотя ты им задницы спас. Ну, такие вот дела, блин, лобарские. Нужно было их еще взять гневом Инозом покарать, пока они все в кучке стояли. Для профилактики. Так, Лорд Хаген. Город освобожден, новый уровень. По поводу орков, их нет. Что с вашей магией? Она не работает. Ну, вот такие вот дела. Как бы Ксардос уже в Готике 3 за это время тоже поработал. И наш герой вместо того, чтобы там в Готике 3 уже тусоваться, он пока еще в Харинсе дежурит. Так. Что им? Так, паладины не работают, этих нет, этих нет, этих нет. Пока это. Хорошо. И судя по всему. Но прежде я хочу попросить, ты должен сам и по... использовать свою какую-то руну магическую. Ну, у меня валит. У меня работает, бро. Магия. Я... ты какой-то неправильный. Есть. И мне так я... И что? Так почему? Потому что... Я полагаю, что наделив тебя своим могуществом. Однако тем самым они практически... Сама структура и любовь... Но по... Но... Это довольно ли... И твоя смерть... Все это и да... Да, и еще кое-что. Прошу тебя, сообщи... Безусловно. Вот и все. Как вы? Да. Он говорит, слушай, как я теперь в монастырь смогу прийти, если тут никого нет? Давайте бодрячком еще зачистим путь в монастырь. Им выполним квест, чтобы они не обижались. Вот и все, осада монастыря снята. За одну минуту мы ее сняли. Это было очень быстро. На ферму Анара теперь отправляемся. Сообщаем, в принципе, сыну Пиракара, что он может возвращаться домой пешком, если он там пожелает. Так. Еще 500 опыта накинул сверху. Хоть бы дал еще 100 золотых каких-то. Гаракс, у меня для тебя есть важные поручения. Я продаю тебе все свои припасы, дружище. Взамен ты должен дать мне золото. Потому что мне нужно, если быть более точным, мне нужно 50 тысяч золотых. Я хочу получить ачивочку богач. Продаю вот этот хлеб, все, что нам удалось накопить за столь долгие годы. Непрерывных мучений. Так, ну вот вещи недорого, конечно, стоят. Ну ладно. Немножечко золота, я думаю, все-таки получится выручить нам из этого. Так. Давай, давай. Все равно тут перманентов мы насобирали. Всех этих торгашей ограбили. То есть наш огонек их ограбит. 28 тысяч. Давай еще немного. Еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Давай. А, давай смолу. Все, 100 тысяч у нас в кармане. Смола продается и 100к у нас в кармане. Будет ли ачивка на 100к, интересно. Но я же эту ачивку не получал. Есть, я в шоке. Достижение богач получаем и всего лишь 500 опыта. Капец какой-то. Но если бы 5к дали, это еще так, знаете, куда не шло. Ну блин, 500 опыта, это просто смешно. Что? Так, рунная магия уничтожена. Мы должны отправляться на Миртану. Сообщение для короля. Так, карта получена. И передаем привет. Так, пока-пока. Грег Пират, здорово. Так, ты теперь капитан. Будь моим капитаном. Все пацаны отправляются. Забираем опять команду небольшую. Ты пойдешь на материк со мной. Так, а ты? Ты тоже пойдешь. Забираем парочку человек, которые согласятся с нами. Ли не берем, он... Зачем ему этот материк? Так, тут у нас стоит Диего. Так, он тоже отправляется.
Так, где тут у нас еще кто-то есть? Кого-то Блэстера еще взять с собой. В принципе, все. Я думаю, может быть, этих ребят хватит. Беннет пойдет? Нет, Беннет не пойдет. Ладно. Торлов может. Нет, Торлов тоже не пойдет. Я надеюсь, этих ребят достаточно будет. Что он нам скажет? Да, да, в принципе, так. Ли? Да. Ты поправился уже. Что ты подумываешь? Сообщение для короля. Все. Наша команда готова к отплытию, ребята. Сейчас еще финальные характеристики нашего героя покажем. Они будут сейчас агриться. Тотема больше нет у меня. Поэтому орков смело отстреливаем. Чистым сердцем, естественно. Заливным маслом. Просто, смотрите, все сгорели. Не, ну они горят, реально. Они реально хорошо горят. Маслом пробили. Пящу-то. Последняя пробежка. Последняя зачистка. Так, все они решили выйти всей толпой. Остановить меня. Последнее остановление. Но им это не получается. Так, тут у нас еще рыбаки, орки. О, старейшина решил показать тут упать в здании. Гори, гори ясно. Тогда. Что, они тут бегают, я не понял. Македово всем. Они решили мне корабль захватить. Вот засранцы такие. Возвращение короля. Блин, ну вы заливное, блин, какое-то. Как так залиться-то? Смотрите, корабль просто уничтожен. Если бы я сюда не пришел, это же тотальное GG было бы. Не, ну серьезно. Еще свой корабль отбиваю теперь от орков. Потому что нубасы все. Сейчас еще Грег со мной говорить не будет из-за того, что я тут отстрел пиратов сделал. Слушай, откуда пираты взялись? Они же все померли. Вот и все. Ну что там, Грегги? Подожди минутку. Нормально. Мой корабль готов? Конечно. Доспехи не жмут. Корабль готов, ребята. Характеристики у нас следующие. Заканчиваем игру на таких вот характеристиках. Кошмарный сон, как обычно. Все практически выучено. Героические убийства, как видите, перебили чуть ли не всех боссов. Кучу ачивок получили, где-то две ачивки, возможно, пропустили мы, одну или две, не более. Того 74 уровень, как и предполагалось, 75 тут бы, скорее всего, даже бы и не выжил. А если бы выжил, то пришлось бы тут искать все и вся. И как там, ну не, ну это реально много опыта, еще надо до следующего уровня. Это еще... Не, а может и нет, реально, еще 75 уровень можно максимум взять, то есть... 75 уровень максималочка здесь выжимается. Вот такие характеристики. В конце 27 магической мощи. Интеллект неплохой. Кстати, я без маски. Маска слетела, не та маска на голове. Грег пират. Мой конечно, все готово. Но он что-то не хочет отплывать. Я не знаю. Видимо, ему людей каких-то не хватает. Так, еще разок. Мой корабль все. Готов? Просто нужно конечно. Было еще одного члена экипажа взять. 5 человек. Ну, раз. Да. Хорошо. Будь по-твоему. Уплываем, ребята. Толком ничего видно не будет. Поздравляем с завершением кошмарного сна. Финальные субтитры начинаются. Я с вами прощаюсь, ребята. Спасибо всем, кто смотрел все это прохождение, как всегда. Спасибо всем за ваши лайки. За ваши подписки, комментарии постоянные. Также отдельное спасибо всем, кто и материально поддерживал это прохождение. Сейчас по второй ссылке в описании идет голосование за следующее наше прохождение «Возвращение». С того момента, как мы проходили именно вот это, прошло уже 8 месяцев или 9. То есть множество изменений сейчас есть в Готике. Это прохождение до сих пор считается актуальным. Но есть многие поправки, то есть некоторые моменты были переделаны, что-то переставлено местами. Что-то добавлено, что-то пофикшено. То есть, вполне реально пройти это с нуля. Но если бы вы проголосовали именно за возвратку, то мы будем проходить ее теперь за какого-то милишника. И, скорее всего, без режима СНК. Мне кажется, это будет очень интересно. А так, всем
большое спасибо еще разочек. С вами был Центурион. До новых встреч на стримчиках, до новых встреч на новых сериях летсплеев, видосиках, гайдах и прочих вещах по нашей всеми любимой игре Готика. Всем пока-пока.